Обычный утренний урок физкультуры для учеников 5-х классов Апалиховской средней школы превратился в настоящую спортивную баталию. В преддверии дня хоккея игроки Академии СК «Юниор» провели мастер-класс для ребят. Мальчишки и девчонки почувствовали себя в роли настоящих профессионалов. Это просветительская работа для того, чтобы показать, какие виды спорта есть вообще в нашей стране, как они развиваются, и привлекать молодых ребят, детей в том числе. Приучать детей к спорту – задача важная, и на поверку такой подход приносит свои плоды. Среди учеников Апалиховской школы уже более 20 детей занимаются именно хоккеем. Возможно, после мастер-класса желающих станет еще больше. Тем более, что занятие спортом – это не только польза для здоровья, а еще и захватывающее времяпрепровождение в приятной компании единомышленников. Мы с ребятами провели разминку, такую, какую обычно мы проводим перед играми, перед тренировками. Решили устроить им небольшие состязания в эстафетах, ну и поиграли. Ребята интересные, активные. Видно, что они любят заниматься спортом, это очень приятно. Мне очень понравился, это более насыщенный урок, чем обычная физкультура. Мы здесь больше бегали, прыгали и вообще играли. Кстати, к нам пришел их талисман «Конь». Неподдельный интерес и вовлеченность ребят во время занятий убеждают, потребность в таких мероприятиях есть. Как отмечают организаторы, подобные уроки нравятся детям, а значит, практика будет продолжаться. На ближайшее время уже запланированы мастер-классы по другим видам спорта.